она ему говорила, что жизнь это скорость, и мы в ней герои, и что сегодняшний промах и рваные вены — это признак грядущей великой победы. Чернели на фоне ночных спящих улиц, как две сигнальных ракеты, которые в космос летели зажглись. Она ему говорила, что ветры есть сила, а в крыльях их вера, и что в конце их тоннеля их ждет лотерея, как свет от огня пролит. Звенели им вслед, как будто все знали. Она ему говорила, ты слышишь, как тихо. Это конец драматической пьесы, когда вдруг театр поднимается с места. Это признак грядущей великой победы.